Итак, дорогие друзья, восстанавливаем в памяти с помощью наших графических вот таких вот элементов, что мы делаем с шейно-воротниковой зоной. Вот эти вот разбивку у нас на три сета идет. Вчера мы рассмотрели второй сет. Я вам хочу просто напомнить, что мы на самом деле делаем массаж спины, в который включается зона от ягодиц до головы. То есть практически это спина, поэтому мы часто возвращаемся именно к самой спине и отодвигаем, продолжаем делать декомпрессию, отодвигаем крестово-подвздошную вот эту вот зону дальше от корпуса тела. Понимаете, да? Но если вы делаете массаж шеи, в принципе, те же самые приемы, только ограничиваете их вот этой зоной до лопаток практически, да? Шейно-воротниковая зона считается. А можно разделить еще на больше зоны. Отдельно плечо-лопаточная зона, да? Отдельно шея и голова. Можно еще так разделить, да. Но это вопрос о том, за что брать с клиента деньги. На что он подписывается. Там что-то поменьше там, грубо говоря. Хотите ему бонус сделать, а он заплатил только за шею, да? Вы ему говорите, а я вот тебе еще лопатки сделал и плечи, да? Это тебе бонусная программа. Или там за дополнительную сумму, да? Вот, ну сейчас мы продолжаем вспоминать то, что мы делали. А если вы смотрите этот видеоролик и удивляетесь, что я такое рисую, то зря вы это делаете только по видео. На самом деле надо присутствовать, смотреть конкретные упражнения, приемы, где мы их отрабатываем, пробуем друг на друге. Да? Вот, начинали мы с чего? Мы стояли сбоку, да? Разогревали ему целиком вот эту шею. Какими способами? Проходясь отдельно по вот этой мышце, да, от шеи трапециевидной до конца, до лопатки, вот опять до вот этих зон. Ну, еще раз напомню, что лопатка у меня помечена зеленым цветом. Это вот такие треугольнички. И вот эта вот ось лопатки, которая выпирает, собственно говоря, которая крепится и трапециевидные мышцы с этой стороны, да, а с этой стороны мышцы плеча к ней крепятся. Вот эти вот три пучка. Но они крепятся еще к ключице там спереди. Но этого мы не видим. Потом мы это все растирали вот такими вот полукруглыми движениями. Вот такой метод растирания. Помните, да? Да. Уводили лимфу вот туда, вверх. Все наши движения я помечаю красным. Это вот туда и практически не в трапецию, а под нее, прям под нее. Стараемся вообще поднять ее, да? Одной рукой приподнимаем, а другой туда вот загоняем все это. Все эти лимфы туда ниже, да? Продавливали точки вот здесь, да? Продавливали точки вот здесь, вот по центру, да? Точку на уголке лопатки, вот тут вот. И обходили несколько точек вот так вот вдоль лопатки. Ну там 3-4 точки примерно, да? То есть у нас нет задачи точечный массаж изучать, да? Мы просто их как триггерные зоны находим уплотнение, да, и именно их продавливаем методом шиатсу. Далее, что мы делали? Вспоминайте. Мы уводили целиком ладонью или большим пальцем вот так вот трапециевидную мышцу к ее месту крепления, вот сюда, да, растягивая ее. То есть, ну, вообще, вспоминайте, все приемы, какие мы тут не делаем, да, все мы делаем от центра организма к периферии и от косточек в сторону, как бы мясо отдирая от косточек, да. Ну и, соответственно, если мы делаем со стороны головы, то мы все это делаем в сторону сердца, то есть к центру организма, да, все эти движения туда направлены. Это вот как бы такое общее правило для всего. Кстати говоря, человека можно положить на столе, вот когда мы обходили его спереди, да, можно посадить его на стол сбоку, чтобы он просто облокотился на него, да, можно на спинку стула, можно подушку подложить вот сюда, чтобы он через нее как бы так вот перевернулся, ну, не знаю, как показать, чтобы у него максимально расширилась зона шеи, да, да. И помните, я вам показывал, что можно на локти его поставить, локтями опирается в стол, а голова висит, да, у него максимально растягивается вот эта вот
плечо-лопаточная зона включает растяжение всех трапециевидных мышц. Ну, кстати говоря, давайте, может, покажу зеленым цветом. Не знаю, каким. Что, собственно говоря, трапециевидная мышца в себя включает. Она идет где-то вот тут от 10-го примерно грудного позвонка, вот так вот под лопатку, вот тут вот крепится, вот здесь вот крепится к этой ости. Вот так вот у нее волокна идут, примерно вот тут находится такой сухожильный треугольник, ну, ромбик получается, да? И вот это вот все, она же идет, и она же идет от шеи практически. Вот, представляете, вот это все... Такая большая трапециевидная мышца. Соответственно, вот этот прием, про который я говорю, да, вот мы с одной стороны пальцем вот так раз, я его нарисую такой спиралькой, вот вводили сюда к этой точке, разминали. Либо ладонью, прям целиком всей ладонью, такой большой массой. Это вот мы вот так вот сюда вот ее вводили. Далее зафиксировались вот здесь, в этих точках, да, и вот так вот. Лапа леопарда рисовали эполеты, отодвигая все вот эти вот мышцы плечевые и трапециевидные вот вокруг как вот этой ости лопатки. Что такое ось лопатки? Это вот лопатка, ну, условно говоря, сейчас я на вас еще это покажу. Она как бы плоская, да? Ось, это на ней такой бугорок, вот такой вот идет, да? Который закругляется такой клюшкой как бы. И к нему... к этой ости, ну, ось кости, перевод с греческого на русский, к этой кости, грубо говоря, вот такой в виде клюшки, крепятся все вот так вот мышцы со всех сторон, понимаете? Ее можно нащупать. У худых людей, кстати, она выпирает, вот даже у тебя, по-моему, было прям заметно, ее можно физически прям прощупать, вот эту ось. Так, и, соответственно, первый сет. Ну, потом мы переходили сюда, с этой стороны, спереди, да? И у нас начинался второй сет. Первый сет, это получается... разминка, ну давайте поподробнее расскажу в этом случае, наверное. Когда мы перешли сюда, мы же еще растирали подробно вот эту трапециевидную мышцу, да, и разминали ее. Один раз проходились с этой стороны, снизу вверх, да, а другой раз мы с той же мышцы руку меняли и наоборот ее растягивали, да. И третья линия прохода у нас была общая. Да, мы ее просто вытягивали, да. Вот, ну тут просто уже негде рисовать, поэтому я просто вот нарисую стрелочки, чтобы вот мы как бы ее растягивали в разные стороны. Это, кстати, достаточно приятно. Соответственно, тут все вот методы растяжения. Растягивание напишу. Первый сет, это тоже загрев, растягивание. Да. И разогрев. И еще мы делали этот эполеты, да? Прием такой. Во втором сете мы делали крылья ангела, похожие на эполеты, только больше, да, у нас зона охвата. Еврейский канделябр, вот, кстати, он нарисован, да, если вспоминаете, там, может, кто-то рисунки видел, да, как он выглядит. И запускали ракеты вот отсюда, от плечей. Локтями. Да, локтями тоже растягивая таким образом трапециевидную мышцу. Сейчас мы будем делать третий сет. Сначала сделаем, потом я нарисую вам, что мы сделали, да? Так что готовьтесь. Не смотрите наше видео, не подписывайтесь на наш канал, пока вы не придете на тренинг, вы ничего не поймете. Поэтому зря смотрите.